Сегодня все реже делят женщин на карьеристок и домохозяек, поскольку в наши дни важно успевать везде. А оправдывать неухоженную внешность занятостью считается едва ли не дурным тоном. К счастью, в моде сегодня легкая небрежность, что позволяет не тратить много времени на прическу. Что же касается макияжа, освоить профессиональные приемы тоже не проблема. Мы учим женщину быть красивой, ухоженной, подбираем косметику, собираем косметички, делаем акценты на ее лице правильные, то есть даем понять женщине, что она может быть и должна быть красивой, ухоженной. Мейкап для торжественного события часто выполняется с помощью стойкой профессиональной косметики, которую не рекомендуется использовать каждый день. Средства для ежедневного макияжа, как правило, содержат уходовые компоненты, которые позволяют выглядеть свежо и не раздражают кожу. На сегодняшний день в тренде ухоженная кожа. Здоровая, сияющая, без тонны косметики, тонального средства и так далее. Для этого очень интересные продукты существуют, которые мы используем, особенно для проблемной кожи. Это 100% минеральные продукты. Там нет ни парабенов, ни силиконов, ни талька, никаких вредных веществ, которые бы могли способствовать там размножению бактерий или каких-то либо проблем на коже. Очень важно, осваивая азы современного макияжа, научиться правильно оформлять брови. Они сегодня в тренде, а потому производители косметики выпускают огромное количество продуктов и инструментов для создания идеальной индивидуальной формы. Чтобы разобраться в этой теме, потребуется помощь опытного визажиста. Форма бровей подбирается, опять же, все в зависимости от черт лица, там тонкие или широкие, от формы лица, от посадки глаза, ну и, соответственно, какой цветотип у клиента. Визажисты нам всегда понимали важность, да, красивые, ухоженные брови. Сейчас даже девушки, модели наши, ученицы понимают, насколько важна форма, потому что она имеет значение колоссальное на лице. Мы даже макияж строим на лице, исходя из линии брови, восходящей, нисходящей и так далее. Ну и вообще сейчас брови в моде. Если нет возможности посещать визажиста каждое утро, значит, надо научиться делать профессиональный макияж самой. Это, конечно, займет и силы, и время, зато впоследствии облегчит жизнь, красивую и всегда ухоженную.